И, ребята, опять всем привет, это я, Олег, и кошка Муся. И да, хочу, и сегодня будет цель видео в том, что я хочу Мусе показать наш чердак. Хоть я, она будет видеть во первый раз, короче, она сейчас там такое что-то кушает. И сейчас мы ее позовем, сейчас скарабкаемся немножко. Сейчас ее позовем. Вот, Муся, иди сюда. Вот, Мусенька. Мусенька, вот она пришла. Так, Мусенька, иди сюда. Да, извините, что извините, что она такая чешет, так чешется. Ну, она немножко блохастая. А вот вообще. Сейчас мы ее возьмем в руки. И смотрите, я вот привел ее на чердак. Вот Муся на чердаке. И смотрю, какая же будет первая реакция. Сейчас я даже немножко спущусь. Ну вот смотрите, Муся прям идет, осматривается. Сейчас мы залезем с вами. Вот. Вот Мусенька, тут что-то смотрит. Смотрите, как она все изучает. За что я Мусю выводил, поэтому она даже вот на эту сторону ходила. Вот, смотрите, она идет на эту сторону. Она вот. А если вот так? Вот она идет на эту сторону. Смотрите, что она делает. Опа. Вот она что изучает. Она вот тут что-то смотрит. Я даже вот так присяду. И да, если что, вы смотрите, сейчас время сколько? А, где-то 11:30. Извините, что если будет видео час дня, то вы уже извиняйте меня, потому что вот так вот получается, потому что видео очень долго крутится. Что-то с интернетом у меня сейчас проблемы. Вот, Мусенька. Вот. Все, Муся, кажется, спускается. Все. Муся, не упади. Вот и все, Муся. Муся уже как бы освоила, посмотрела чердак. Вот, она уже спускается вниз. Ну вот, короче, как Муся вот уже исследовал чердак. Ладно, всем пока.